В текущем году площадь сельскохозяйственных культур по области составила 4,3 миллиона гектаров. Аграрии убрали порядка 1,3 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, или 45,8% от общей площади. Намолотили 1,4 миллиона тонн зерна при урожайности 10,5 центнеров с гектара. Наивысшая урожайность в районах Кызылжарский – 14 центнеров с гектара, Есильский – 11,8 центнера с гектара. Уборочные компании задействовали более 7 тысяч комбайнов, больше половины – высокопроизводительных, порядка 4 800 джаток, 12 800 тракторов. На сегодня нагрузка на один комбайн составляет 319 гектаров. С начала года дополнительно приобретено 1,7 тысяч единиц техники на 46 миллиардов тенге. Выделено 75 тысяч тонн горюче-смазочного материала. С урожая текущего года на 30 хлебоприемных предприятиях приняли 106 тысяч тонн зерна.